Ой, ребятки, спать хочется, зеваю, не могу, но совесть не позволяет заснуть. Итак, всем привет. Будем продолжать начатое, так сказать, будем продолжать снимать гайды. Буду я снимать, продолжать гайды на тех, прежде всего, героев, на которых я не делал гайды. Кто бы что бы ни говорил, это будет. Я буду снимать гайды. В силу того, что пока я буду монтировать новые видео, да, и пока там не появились новые секреты, там фишки, факты, мифы, или я там что-то не нашел, потому что не означает, что я все прям пижу, да. Я, естественно, замечаю все это. Я, когда играю в игры, я делаю какие-то заметки, какие-то факты, вот, поэтому, в принципе, все это делается. Что касается гайдов, ну, начнем с того, что на Абадона я делал гайды и был Абадон и саппорт. У меня на канале можете найти, просто вобьете поиск Абадон. И был танк, и был кэрри, и поэтому Абадон, ну, не тру. Единственное, что алхимик. Во-первых, алхимика изменили. Ранее я делал гайд на алхимика, бог знает когда. У него тогда еще как бы монетка, да, была, все, в принципе, на месте было, но не было руны. И, соответственно, руны золота не было. Соответственно, когда руна золота, то нужно алхимикам просто бежать на эту руну, потому что ее просто загребут. Сегодня в таком позитивном ключе немного, может быть, вы тоже будете засыпать со мной. Но, в принципе, я не клоун, я не буду вас веселить. Я, в принципе, буду это делать гайды, кому-то он поможет, кому-то не поможет. Но не поможет, бог помощь. Итак, вижу, пик совершен. В принципе, пик позволяет, я думаю, мне взять алхимика. Что касается контрпика, ну, кем контрится алхимик? Вы знаете, что алхимик — это лесной герой, и в начале игры он контрится персонажами инвиза, там, тем же Баунти Хантером, Рики, потому что, ну, у него нет ульты, и, соответственно, восстанавливаться незачем. Качаем монетку, потому что можем взять руну. Я думаю, нам ее дадут. И купим щиток обязательно. Orb of Venom и танго. Такой ебанутый сбор. Можно было вместо Orb of Venom, кстати. Сколько он стоит? Можно было купить Quilling Blade. Так как это может быть лесной алхимик. Я просто не понимаю их сейчас. Вот. Монетка не всегда правильно качать. Что дает монетка? Монетка прежде всего дает доминацию алхимику в плане рун. Если вы подберете руну золота, то вы будете отличаться от других персонажей тем, что вы получите, естественно, больше золота. Я не буду там объяснять, как вот тут долбоеб, там максимальное дополнительное золото за убийство. Все написано. Я буду кратко говорить об этом. Лучше сюда не нарываться, у Лины может быть стан, она, видите, застанила, поэтому в никуда, да, кинула стан, поэтому печально. В таком случае можно, кстати, подождать. Если рядом нету тиммейтов, можно подождать и качнуть спрей. Ну, если с руной, да, как сейчас случилось, не монетку качать, а спрей качать, чтобы как бы подпушивать, чтобы забирать, потому что спрей распыляется, и стан качнуть либо на пятом, либо на четвертом левеле один раз. Одного раза нам хватит вообще с головой. Вот так. Стан, то есть чем больше вы его продержите, эту колбу, тем лучше. Тем больше урона, и тем, соответственно, больше оглушения. Ну, это как стрела Мираны в зависимости от расстояния, я думаю, я правильно объяснил. В плане добивания тут как кто может сам. Я, в принципе, на записи, я еще параллельно говорю. Это немного отвлекает, и поэтому, соответственно, такое. Что касается вот морту, можно забрать. Я тут провтыкал, да? Провтыкал. Ух ты, стан прилетел. Отличный стан, совершенно отличный. Блять, они охерели, я смотрю вообще. Что Морта, что Лина. Две хуесоски тут стоят, качают права. Но ничего, в принципе, мы возьмем свое. Я не вижу никаких проблем пока что. В этом на лайне тем более.
Улины совершенно косые станы идут. Совершенно. Сука. Есть, есть, попал, попал. С помощью стана. А, видите, я же говорил, все зависит от ситуации. Если бы я не вкачал сейчас, в зависимости от ситуации, вот этот стан, хер бы я ее забрал, эту морту, и ФБ было на следующем игроке, который вот сделает сейчас ФБ. Может мидер сделать, может кто-то другой. Хорошо, качаем спрей, она спушит, соответственно, нам нужен антипуш, ни о какой монете пока речи не идет. А, скачаем спрей. В принципе, у меня неплохо получается писать гайды, но я не переставал их писать из-за того, что там кто-то хейтит, кто-то не хейтит. Его проблемы, мне все равно. Я перестал их писать, потому что, ну, они уже не актуальны сейчас. Ну, извините за выражение, каждый хуесос пишет гайды. И, ну, для, ну, просто вот я не хотел поддаваться массе, но в силу того, что не могу ничего самого придумать сам, да. Руны чекаем каждую вторую минуту обязательно. Видите, вот получили мы доминацию. Можно собрать мидас, кстати. Блять, но это чисто сугубо мое мнение. Потому что соберете мидас, еще хер знает, когда там выкупитесь. Ну, выкупиться в плане вот это все. Поэтому пока что я сделаю так. Армлет буду собирать, соответственно, это выживаемость очень отличная даже. В силу того, что пока 6-го левела нету. Да даже будет 6-й левел, это все равно армлет. Это, блять, это универсальная пушка. Она идет даже на виспа. И висп с помощью нее выживает. Вот видите, ФБ была бы на пудже. Блять, пудж не мид даже пошел, охуеть, это, блять, дебилы, сука, ебаные играют, нахуй, за меня, пидорасы. Если они сольют, это пидорасы. Я не буду переписывать гайд, потому что этот гайд на алхимика, он работает, он будет работать. Что касается закупа. Закупа. Так. Блять, там сейчас убьют, ебаный кого-то. Что? Пошла нахуй. Блин, не убил, видите? Ну тут мало, да, было мало. 150 максимальный урон, то есть там урон пошел, может, за 70. То есть совершенно мало урона было, блин. Монету прокачал, хп нету. Ничего нету. А Бэйн тоже бомж. У него. Ну, он может отсасывать, в принципе. Сейчас постою, у меня реген от шлема подойдет. Ну, пойдет нормально, думаю. И в силу того, что не ходить назад на базу по 100 раз, блядь. Ну, заебывают по 100 раз ходить. Туда-обратно. Мисс ушел. Я думаю, там им поможет, там мидеру. Что там на топе творится? Ну, на топе, в принципе, вроде как пуш, блядь. Ну, молодцы, молодцы. Так. Монету прокачали. Кстати, вот на отводах сейчас будем работать, потому как тут слабые нейтралы стоят, блять, нам не остается ничего делать, я нервничаю, ебаный рот. Нам придется вот так вот отводить это все дело. Хотя нас пушат, блять, куда отводить? Тоже хуйня, да, дела? Да, херня полная дела. На лайне нас защемили, несмотря на то, что Лина косорылая, блядь, сука, защемили нас. Вот, поэтому, тут даже Бэйн, ёбаный. И нихера не сделаешь. Что самое обидное, Бэйн, по-моему, нулевой. Он купил Сол Ринг, он на него, ну, не на откате Сол Ринг, пиздец. То ли ему маны не хватало, то ли он был в стане, или я не знаю. Тоже свои уёбки играет здесь. Ничего хорошего нету. А что касается руны, блять, в каждую вторую минуту сам сказал, сам забыл. Ну, ну у меня, да, мало хп было, я не мог пойти. Ну, тут, видите, забирают, то есть они просекли эту фишку. То есть контр-алхимика даже не дело в том, что кого пикнуть, кого не пикнуть. Контр-алхимика даже заключается в той банальной вещи, когда забирают руну.
золото. Когда забирают руну золота, алхимику, ну как бы без дополнительного золота, согласитесь. Ну, блядь, ну это хуёво, скажем так. Литературным языком, блядь. Так, а далее. Сука, ну тут либо фейзы, либо, блядь, это у меня ВК, извините. Сейчас я выйду. Сука, хоть на паузу дайте нажать. О, все, все. Теперь погнали дальше. Да иди нахуй, все не слышно, шваль ебаная. Она сучка, да? Ого, сучка. Ага, санстрайк, ну конечно же. Сука, инвокера, блин. Я как-то не посмотрел, что за них инвокер-то играет. Не, я обратил на него. Ну ладно, ничего страшного. В принципе, просто фигово то, что щимят на топе вот пудж, которого пикнули. И в основном, знаете, бывают школьники. Я там думит, да, пишут, уже не загрузились. Не пикнули пуджа, только загрузились. Я и думит. Этот хуесос не написал это, и получается, на мид пошло. Может быть чмо, которое, может быть, будет сливать катки. Ну, может быть, я не знаю. Сука, и, блядь, и руну забрал. Я со станом пролетел, потому что у него было манна на прокаст. Ну, то есть низа нету, я иду на топ. Да, на топ я приду, сейчас на миде подфармлюсь, потому что мне там делать нечего на низу. Не долбоёб идти. Сука, да на ебать. Last hit просто от богов. Что Лина, что эта херня, блин. Лина вообще, я не знаю, она не играла никогда. Либо у нее пинг, либо она такая себе. Ну, типа на фрифарме, блядь. Пуджа убивает, как говна кусок. Просто. Я сюда пришел, чтобы пропушить. Мне там насрать, что там, кто там. Я сюда иду, чтобы пушить, блядь. Либо замес, либо пуш. Что-то одно. Блядь, кунка хуесос. Так. Угу. Ну, значит, фейзы уже нету там другого выбора. Скорость надо будет уходить. Фейзы, надо силу. Вообще все на топе, да? Замес будет? Нет. Давайте, мутите что-то. Блядь, пуш, сука. Твое время настало, блядь. Хватит фидить. Ебануться. Я понял, кто это со мной играет, все. Ну, сука, давай. Они знают, что пуш здесь, блядь, что мы здесь. Пуш. Это на фейзах вообще уходит, бля, у нее ничего нету почти. Чуть не сдохла. Да, на миде полные. Ну как на миде стояла. Не знает кто. Хуй знает, что делала, хуй знает, зачем стоял. Нету руны. Мид тоже снесли. Все, я буду фармиться, потому что монету вкачал, ебать, нету золота. Десятая минута. И, соответственно, фарм-то 20 на 1. Куда это годится? Ебать, еще я и добиваю хуево. Охренеть. Вот это я сапожник. Съеби отсюда, съеби по-доброму. Дай мне хоть тут, блядь, в чувство прийти на один с крипами. Так, на топе что-то замес. Ну, да там, блядь, они колейки нахуй, они дерутся. Нормально все. Фармиться дальше можно. Тут отдефать надо всю эту движуху. О, блядь, хамуха. А, 400, 400 на армле. Тут
То есть сборка как бы примитивная, можно было даст меда с ним собрать, сейчас сделать лесного алхимика, в лесу вот сидеться, отожраться, а потом уже идти ебать и всех в очко. Но это тупая тактика, блять, она, ну как бы, с визными героями она тем более не работает, но здесь она сработала бы. Я, блять, хочу, чтобы игра какая-то насыщенная получилась, а не, блять, лесная хуета какая-то, блять. 50 минут. Ну вот вам интересно это смотреть? Мне не интересно будет лично даже фармиться. Я думаю, вам не интересно будет и смотреть, соответственно. Так. Ага. Что там на низу? Ну потихоньку пропушу. Сейчас маленьких этих заберу. У меня уже есть ультимейт, и в принципе сейчас уже вот есть почти в руках этот самый армлет. Миньет, армлет, миньет. Вот. Моба-забиралки, да, не хватает, это пиздец. Вначале, да, конечно, лучше моба-забиралку покупать. Но это если лесной алхимик. Я просто не знал, куда я пойду. Даже спонтанно стан прокачал. Дальше качаем спрей. Или, блядь, не, подожди-ка. Вон, секунду. Сука, ну лучше стан. Почему? Потому что урон максимальный по героям будет отлично проходить, а пока у них нету БКБ, потом у них будет БКБ, ну вы просто, блядь, стан качнете, нахуй он вам нужен будет. У того же этого придурка может быть БКБ, но он пока еще что не собирает, я не вижу. Но он может собрать его. Поэтому стан вообще до пизды будет, до жопы. Ну, может кому-то, там уже инвокер, это может той же Морти кинете, а так... говнятина будет, в общем. У меня еще такая, блядь, плохая привычка есть. Я покупаю новые вещи, блядь, я к ним иду, к тому же армлету. А, ебать, Денай. А в итоге получается что? А, в итоге, блядь, я забываю их юзать. Вот тоже БКБ я сейчас куплю и ну, сука, ну... как обычно, какие-то придурки, сука. Вы заебали вот эти кунки ебаные, вас репорты, нахуй, блядь. Что вы за компьютеры у вас? Одна жалоба. Не, ну мне жалко кидать репорт, потому что для худших времен нужно на черный день поберечь. Сука, вечно хуесосы, которые, ну не... ну, блядь, сука, голимый комп, просто выкини нахуй, доту удали, все, блядь. Дараса, блядь, меня просто сейчас выносит мозги, нахуй, выносит все, нахуй, нервы, блядь, заебали. Сука, подождем этого лоха, ждите, блядь. Меня не ждали, я там закрывал ВК, поэтому будем ждать. Суки ебаные. Так, давайте почекаем, что там по счетам. 2-1, 5-1. О, ну в принципе мидер вроде как и нормально, да, отстоял. Но что-то мидер... мид разрушил, у них пушер, пушеры ебаные. Инвокер, санстрайкер ебаный. О, все, все, идем. Есть еще такой итем билд, называется, ну как он, блядь, тоже лесной. То есть покупаете, собираете медас. Вот я бы собрал медас, пошел в лес, купил радик. Потому что радик, знаете что, радик он актуален в середине и начале игры. То есть алхимик он очень быстро может накопить на радик. Вот. С помощью медаса так тем более. И таким образом, собственно, радик вот сейчас бы был бы актуален. Потом, когда уже леет, радик нахуй нету смысла покупать, урон мизерный наносится, как и вкачивать спрей. Поэтому тут поочередно будем вкачивать спрей и стан, спрей, стан, спрей, стан. Поочередно я советую. Не маяться хуйней, не вкачивать что одно, а поочередно. Вот. Блять, она этот на ульта не хватает денег. Сука, денег, ман, не хватило на ульт. Ебать, на ульта, сука, не хватило. Не хватило, мать. ПБ сделал она, чтобы продумать вот тут бой. Нихуя не хватило у меня мозга. Сука. Стан ебучий. 120 монокоста. Ультимейт 50 жрет. Потом будет 100 жрать. Сука, мана не хватает. Тут минус алхимика, мана ему не хватает. Как и любому другому хуесусу, который вроде как должен тащить. Но, блядь, нет.
Значит, купим робу, блядь. Потому что плюс к интеллекту будет мана хоть регенится чуть-чуть. Соберем обратку, потому что морта ебучая с критами заебет. Морта, вот эта хуйня. Лина, которая станы хуй знает как дает. Вот. Шо, блять. Не знаю, куда определиться. Ну, сука, не хочу я в лес идти, ебаный. Вот. Ну и драться рано мне, драться, да. Полезу в драку, пизды получил. Да, херню дает, конечно. Реген, это МП, но... поделать. Пойдем на лайн хоть для разнообразия. Что там? Драка, драка, пуч. Пуч проебет. Проебет. Сука, вот ты, блядь. Иди сюда. Ебучая морта, бля. Я пока догоню, там кореша подтянутся. Мразь, она фуловая была, поэтому ее хер завалишь. Фуловая морта — это самая галимая морта. Сука. Поэт, блядь. Давайте, появляйтесь. Вот когда маленькие, кстати, фишка в лесу алхимикам, но чтоб маленькие появлялись, вот эти скелеты. Когда они появляются, больше, значит, золото. Вот, видите, еще больше золота. Что за них хуй делать? Да, что-то на алхимике-то не ахти. Начало хорошее было, так ФБшка, все дела, прокачка, а сейчас ты как говнище. Надо остановиться чуть-чуть. А ты ёбнут, блин, дурака. Заберем, всех заберем. Ух, как хорошо-то. Прям как алхимик. Все, идем, идем. А, сейчас вот обраточка будет. Обраточку соберу и пойду наверх. Главное, чтобы теперь маны хватило. Буду как доли делать. Блять, забивайте их нахуй там блокера. Поэтому вон, сука. А-а-а. Я убил, да, этого. Пускара убил, но хрен все равно. Да что обратка только пришла. А все равно. Он уже сдох, инвокер, все. Тут не хватило регенерации хп. Поэтому. Такие дела. Такие вот дела. Ну что, дадим по фарму? Так. Щиток можно нахуй продать. ВГ вообще нету смысла собирать. Не, ну и собрал бы сейчас ВГ, да, может бы выжил. Ну, блядь, смысл. Хотя ближний бой, ну ладно. Да, нахуй, не собирать уже, да, ВГ, химик, недавно. ВГ вообще мало кто собирает. Раньше антимагу собирали. Антимаг такой, раньше такой лейт ебучий был. Сейчас-то такое говнище просто. Антимах, он антимах. Антимах как антимах. Отключаем эту хрень. Армлет. Что там, та вышка фуловая-то. Не хочу. Не хочуха. Что там есть, что?
Руну уже кто-то спиздил, вот мудаки, блядь. Из наших, да. А, ну, бля, это. Манда, сука. Алхимику нужен золото. Нужно золото. Руна золота. Они мудаки ее себе присваивают. Так, ну, что по поводу обуви алхимику? Фейзы. Фейзы и только фейзы. Так, что там? Хускар будет нагреть, не? Инвокер не решился на меня прокасты. Ну пуш, давай же, блядь, гангай, блядь, хукай, сука. Гангай, хукай. О, красавелла. Правда, сейчас прокасты полетят. А, никто не полетел. Ты обделался раньше времени. Обратка быстро отказывается, да? Кто-то здесь есть, да? Суки. Ну, естественно, естественно, Кроба забирает. Ну, ё-моё, это Шмидер. Ну, хотя бы башню надо. Так, для фарма, потому что сейчас денег нету, ебать, я бомж. Для фарма Майлшторм. Потом Юнир, потому что скорость атаки ебучая, алхимика. Нужна скорость атаки. Вот и там потом можно криты еще собрать. Ну, не можно, а нужно, конечно. Можно поссать в углу на инвокера. Или на линию. А нужно собирать. Что там еще? Денег, блин. Копить-то надо. Еще поднакоплю. Денжищ. Поочередно, то есть вот эти спылы качаем. Упоры вначале, естественно, на монетку. И ультимейт, как полагается. Потому что есть персонажи, которым ультимейт, ну, там, когда качает, когда не качает. То, например, та же Патма. Ну, вот и такое, короче, тоже. Да и нет, блядь. Сука. Ну, там по харде, блядь. Там он сколько. Алхимик, блядь. Что это за алхимик, который убегает? Вообще мне стыдно. За него хер знает сколько не играл, но я понимаю, что этот чувак, в принципе, вывезет замес и все. Но тут такая ситуация, что я нихера не вывезу. Ух ты ж, блядь. Сука. Ебать, она косая. А, хуюшки тебе. Линушка, хуюшки. Блин, и тут я уже подоспел. В принципе, на базу даже вот... Плюс алхимика, то что на базу даже не надо возвращаться. Он восстанавливается у вас. То есть ультимейт это равно Тараска. Который останавливает алхимика, блядь, на базу свою. Ебать, ни одного крипа не за... Ебануться, сука. Пидорасы. Еще и Кроба пришла, еще такая... Сука. Мразь Кунка идет. Да, бомжеватый алхимик здесь. Ну и хуй с ним. Лукану на Егу забрал. Потому что вардов... Вард один, единственный, и то на топе. В лесах и на лайне поставлен. Интересная логика у ребят. Варды там не по назначению совершенно. Что там, замес, да? То есть, блядь, относительно я разрушил такой миф, блядь, что типа вот вкачивайте в начале игры вот то-то, то-то, то-то. Это хуйня, то, что вам гайдеры говорят, полная хуйня, им обоссу лицо. Почему? Потому что ФБ бы просто не было. ФБ было бы на пудже, понимаете? Я вкачал стан, блядь, и все.
по ситуации. И по ситуации точно так было, либо спрей, либо монетку качать. Монетку, если руна была бы моя, а спрей, если бы я пошел, если бы руна не была моя, пошел бы на лад. Поэтому их гайдеры, блядь, эти все хуесосы, блядь, наебщики на деньги. Полная, сука, отстал. Сука, всю ману сожрал, вот мразь. Вот единственное, что алхимику нужно возвращаться на базу, это за маной, блядь. И все. О, 2700 накопилось. Бляха, муха. Прокасты летят, БКБ. Надо собирать. Надо продать этот Orb of Venom. Еще доберу туда. О, руна регенерации, то что нужно. А, кура, 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 кура. Не, сука, ах ты ж мразь, у вас варды, да? Вася, Вася, дай мне топорок еще, все, можешь идти. Так, идем. Прокасты у них, вот инвокеры, за прокастов я купил БКБ. Поэтому, соответственно, ну, как бы, дэмэдж будет хуёвый. Посмотрим. Ну, блядь, хуёвый дэмэдж, ну и хуй с ним, что хуёвый, да. Я не вывезу их всех там, если буду против них, но в принципе я вывезу то, что на, мне, ну, на меня накидают. Тот же инвокер, тот же Хускар, уже все. Вот эти ребята мне ничего не сделают. У меня будет БКБ и все. БКБ многие парни, блядь, не покупают. Люди, игроки, что думают, хуйня. Пронесет, думают, а не пронесет. Ага, пронесет. Сука, пронесет. Давно на свете. Сука, ну иди сюда, мразь. Ну, слава богу. Это манда забирает, почему? Потому что духи, вот это все, урон-то распыляется. У меня 8 ассистов из этих пидорасов. Вот такие скиллы, да, вот. Я сделаю даже, можно, рубрику такую, что вот скиллы, которые, собственно, способствуют стилу. Раньше там считали Рики стиллер. Да нихуя не Рики, не стиллер. А вот скиллы есть такие у ёбков, которые вот способствуют стилу просто. Ну невыносимо, блядь, играть. Нафармить на что-то. Сука, ты что, хочешь поспорить? За шмот. Сука, мне плохо будет сейчас. Аля, подыграла, подыграла. Ой, блядь. Манда такая, ты шо? Она сама не пойдет сюда. Но у них есть варды, да, они стоят вот здесь. А вот сейчас пойдет, потому что кто-то вот туда идет сейчас. Подойдет сейчас. Что-то надо. О, руна, руна. Я как чувствовал. Ой, извиняюсь. Переел. Кириешек. Сука, сухари не покупайте вообще. Такой отход, блядь, из сухарей делают вот эти сухари. Отходы, блядь. Самый настоящий имбогеймер вот это должен вот этим питаться говнищем. Сука. Ага. Блядь, сам говорил про прокасты и тут же. Ну, блядь, ну так все хорошо начиналось. Ну пуш, ну сука, ну запорол ты все. Так все хорошо начиналось. Каст могут дать там. Уходим, уходим. А что мне собрать? Мне догон собрать, чтобы стилить, чтобы мне потом в конце гайда сказали, что типа True Gamer 13 на 3 будет. Или что мне собрать? Ну, я склоняюсь к тому, чтобы вот это не собирать, БКБ есть. БКБ, а, БКБ тут есть, да?
Я хотел сказать, что его нету. Думаю, что за петухи БКБ не приписали алхимику, которые гайд писали. Мне нир, блин, потому что скорость атаки, и потом еще муншарт соберу. Аганим вообще, аганим в последнюю очередь. Самую-самую последнюю. Вообще, жесть просто. Вообще по-нормальному нужно сделать так. Вот. Достойно. Ребята, они научились покупать. А, сентри научились, а достынет. Ну ладно. В принципе, это все можно компенсировать. И я это сделаю. Что, они все там под вышкой и там застряли? Алхимику всегда нужно получать опыт, поэтому, блять, фрифарм на алхимик, ну, типа фрифарм там уходит по лайнам, пиздит всех. Ну, такого не бывает. Поэтому всегда нужно опыт получать. Ну, я же говорю, лесной алхимик мне не устраивает, блять, вот эту хуйню. Страдать. В лесу сидеть все, блин. Какая хуйня ты, блядь, после этого, что сделала, мразь ебучая. Вот эти спеллы, блядь, не пофармися нихуя. Она идет, когда уже все покоцанные крипы, она идет, вот этот спелл ебанутый свой первый юзер. И нихера ты уже не сделаешь. Тут с обраткой нужно, ой, с обраткой, с армле там аккуратно, хорошо. Можно доиграться, что и, блядь, нихуя не будет хп, сука, сдохните. Ладно. Нужно дождаться отката ульты. Сделать тактический отход. Я даже ждосты не проюзал. Что я буду покупать? Как? Так. Кура, 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 кура. Ага, сучка, я тебя распознал. Ты фармила здесь. Иди сюда, кс-кс-кс. Сейчас будет. А, не, нихера не будет замеса, потому что все выкупились уже. Хуй там. Хуй там. Да, детка. Крита мне не хватало. Блин, ну ты вовремя кинул, конечно, свой сон. Этого мне не хватало. Так, так, так. Сюда, камин, камин. Ах, эта сволочь может санстрайк сейчас скинуть. Но она его не кинет уже. Хотя самоуверенным быть нельзя. Так, идем дальше. Но это не рейджовый алхимик, это нихера не рейдж. А, ну это не дамаж. Ну, не дамаг, ебаный, вроде не могу объяснить. Как ДЦП объясняет. Ну это вообще. То есть алхимик такой налегке. Алхимик обороны. То есть, чтобы запиздить, нужно вот собрать еще муншарт и криты Дедалс. Тогда. А так. Чисто так. Пофанец. Что там на топе? Там армия уже идет. Ожидает меня. Ждет меня. Ты
Тыш, 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 урон прошел по всем. По всем, по всем. И по линии. Сука, и все равно замочили. Сука, обратку включил, все равно заебашили. Пидорасы. Сука, ну пидорасы, а, ну пидорасы, ебаные. Мрази. Ну, инвокеру, ну, блядь. Пуч. Пуч такой тормоз ебучий. Вообще, я не знаю, как его вывозят, блядь, вся наша тима. Блядь, дети играют, никто еще не заорал на него, не набатюкался. Еще даже в чат никто ничего не сказал. Сука, что это за терпилы ебанутые играют? Блять, и все были на топе, и сука, не дефят. Ну, меня ждут, да, пока я возражусь. Нахуй я продаю эту хуйню, да, я лину забрал. У меня нету места. Сука, сука, сука. А мог собрать мидас, сейчас все расфармится и быстро всем пизды дать. Но выбрал такой путь воина, путь тяжелый, типа чемпионы легких путей. Не выбираю, тут, блядь, типа чемпион выбрал. Выбрал и получаю пизды за всех. Сука, или как все. Ну, просто логичный пацан. Ах, ты ж мразь. Да я знаю, сейчас сюда приду, блядь. И надо дефать. По-доброму у Лукана, по-моему, Аега еще сохранилась, поэтому пиздюлей он нам дать может. Хотя бы иметь в виду то, что прокасты на него не нужно кидать, потому что сольется же, тип будет танковать. Сука, да. Тяжелые времена. На топе Лина, сука, пушит. А никто, да, даже... нема пыли. Бейн, только что я подумал, и он догадался, сука, читает мои мысли. Пыль купил, слава богу. Ну, давай. Давай, сиди сюда. Будем с тобой биться. Блин, урон вроде уже хороший идет, а все равно фарма 0. По морте только что этот прошел. Сработало, короче, электро. Морта съебалась. Решай, ебать. На приколе, бля, чувиха зашла, короче. На огонек. Бать, мне вот это все врубить надо, сука, столько кнопок ебучих на итемах. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, в обход не надо. В обход, блять, опасно он там. И видно, что бегает, суки. Блять, пидора. Откуда ты тут появилась, ебать? Сука, самоубийца, ебаный камикадзе. Япошка ебучий, блять, пришел сюда. Не, армлет надо продавать, это уже хуйня. Блять, и замес начался, охренеть. Вовремя, пацанчики, все это делаете. Прям истинно благодарен. Ебать, и какого хуя она всех убивает, а? И Лукана убила. Лукана всех поубивала, пидорша. Ебаная, вклад кто сделал в замес? Говнюки, пошите хоть нести. Сейчас на муншард соберу и буду богат. Руны уже, в принципе, не за рунами нужно следить. Сейчас нету возможности еще, блядь, ебануты, сейчас на руну побегу, блядь, за золото. Лучше башню снесу, а и то не снес.
Ну, шатка. О! Там кто-то ползает. Сука, и откуда ты, мразь, блядь, здесь появилась на мою голову, блядь, и стилишь у меня? Идите нахуй, блядь, ебитесь там со всеми. Сами, пидорасы. Ненавижу вас, ебучий олень. Роба, блядь, хочет показать, что он охуенный, блядь, мидер, сука, отстоял, все, заебись. Ганги, соответственно, ганги по-любому были, да, конечно, ганги были. Пизду такие ганги вместе с тобой, шлюха ебучая. Сука. Мразь просто. По-другому ее не назвать нельзя. Стилит у всех ебанутая мразь, блядь, просто. Я не знаю, откуда она взялась. Фу, так. Бэйна жалко. Эту тварь не жалко. Обида ебаная. Так. Критик. Кристалис. А что если? А, ну ладно, в принципе, кристалис, да, соберем кристалис. Хотел МКБ ебать, потом думаю, да ладно. Кристалис. Самоубийца ебучий. Это еще обратку не заюзал. Потому что приберег для хороших времен. Обратку не спешите заюзывать. Хотя она откатывается быстро, ебать, что я несу. Дурак, что я, блядь. А, я так и знал, что это будет. И, блядь, какой-то пуш убивает. Все, да, конечно. Все, надо нести этих тварей. Вот то, что заебашат. Заебашат. Даже лот не успел доставить себе. И уже вот на человека стану похож. 15 ассистов, ебануться. Я такого поражения не потерплю. Буду биться до конца. Ставьте вард на рожу. Будет дышаться получше, поспокойнее. И еще золото. Офигеть. Вот, видите, 1000 почти. 1000 за руну. Поэтому всегда берите. Сука, руну сюда, блять, куру отдал, нахуй. Пидорас. Отлично. Короче, обратку потом можно продать будет. Сейчас приоритетом Тараска будет собрать Тараску.
для укрепления наших огневых позиций, либо оборонительных, точнее. Блин, да заебашли, без меня бы вы хуй составили. С Нувокером они хоть разберутся. А ну, чекни, блять, Вася. Сука, ушел. Чекнуть Рошана, может, там Рошан появился, сука. А че не жмется? О! Перехвати город, да. Сбейте ленту. Иди нахуй отсюда, путь, блядь, пришел. Печалька. Быстро, быстро, быстро. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сыр, забирайте меня. Сырок. Моя Ега будет. Ну давай, что там, инвокер? Вот, подошел. Берите. Готов, пациент. Я не готов. Go вместе, go. Блин, надо октарин собрать. Вообще приоритет это Раска. Ну шо там? Ничего не будет. Ща мы их вызовем. Она не придут. А че он туда, блять, летнул? Дурачок, что ли? О, руна. Плюс штука, да? Сейчас вот ты 4700, да, 4700. Офигеть. Бля, да я богач уже. Так, этот самый куру. Куру. Не, вообще вместо Тараски, да, можно Октарин, потому что ж ульта быстрее будет откатываться, соответственно, ну, чаще его юзая, ну, легче восстанавливаться будет. Поэтому, блядь, ну, Октарин, да, это Октарин хуйня охуенно. Ебать, это откуда ты взялся? Вася. Давайте комеды. Где? Показывайте. Нету. Вопросов нету. Сука, вот сейчас я. Лина. Ох, нихера себе попал. Ничего себе, блять, показал старик. Так, короче, можно на пролом идти, у меня Шаега, она скоро исчезнет. Плохо, что не показывают, когда она исчезает. Сука, ну она вот-вот сейчас исчезнет. Блять, тупо кораблем уничтожили этого, нет? Унизили. У меня сейчас Шаега как раз попадет. Ой-ой-ой. Да, до конца доносим, что тут сиськи мять, что ли? Сколько можно? До конца нахуй. Давай, вот он, я здесь, давай, иди, забирай, Сука, что ты, блядь, меня боишься, что ли? А, он еще и обратно изменил. А кура, видите, кура? Thank you.
Ну, сука. Отлично. А, успел, успел, успел. Тараску успел. Блин, у нее станы, как всегда, хорошие. Вообще просто я восхищаюсь. Станы Лины просто замечательны. И чё, сука? Пусть тебя выебет. Ну, блядь, ты, сука, дурак, что ли? Сон кидать, когда рейдж на нее и так идет, блядь, дамаг и ты. Ты долбоёб, а? Блять, падаю, блядь. Воскресие пришло. Короче, такой гайд, немного с матами, да, немного пошловат. Тут пропушат, кстати, нас. Но... Блять, а нас внутри пропушат, они не идут дальше. Мы только одни бараки им снесли. Сука, что за ДЦПшник? Вот, немного, да, такое, ну, а что делать? Выживать-то нужно. Вот. Поэтому что хочу купить еще напоследок, это октарин. Октарин собрать. Октарин, октарин. Вот октарин, алхимику ты сама на финальный сбор вы увидите. То есть тут разъяснений не надо. Тараска понятно зачем. Выживаемость еще больше была. То есть можно вместо Тараски октарин собрать вот напрямую, блядь. И вы будете из ульта не выходить просто. Потом можно будет как бы, блядь, продать обратку. Сука. Лина. Сучка пафосная. Да, продать этот обратку. Еще нахер. Купить что-нибудь. Башер купить. Ну, блин, катка вообще час длится, она, ну, мне кажется, как я играю, она легкая. Если бы не было всяких хуесусов, которые схилят, я бы сейчас бы имел фарм, и я бы это все говно снес уже давным-давно. А так как они схилят, блядь, ну, трудно, сука. Что я, блядь, накопил? Нихуя не накопил, бомж, где? Всю игру. Хотя алхимик это такой чувак. Которая вот сейчас даже фуру не часто увидишь в пабе. Ебать, фантомный ассасин из там. Вот. Потому что фура раньше была актуальна, сейчас скорее пофиксит, или это не актуально. Сейчас вот король фарма этого химика. Вот. Я ни разу эту хуйню не знаю. Что? Нет. С подачей. Ох-ох-ох. Ох. Да вы шо, нет. Блин, чё я БКБ включил, хрен не знает. Вырубаем это все говнище, их сносим. Муншарт must have. А, муншарт вы когда покупаете в начале, у вас там золото, да, там и итем, и лот, вообще не это, сам не спешите его продавать, потому что вы при продаже теряете скорость атаки и все дела. И все, короче, такой гайд, ебать, он в начале, блин, я им восхищался в начале, мол, вот в середине, конец этого, в силу того, что хуесос, который гонится все время за фрагами и стилит. Вот, блин, про спеллы я вообще вот просто отдельное видео сделаю, что вот такие хуесосы есть, которые там, ну, спеллами. Ладно, короче, всем пока, все, подписаны там все, и давайте.